Ее называют первой леди ногтевого сервиса. Ей восхищаются успешные люди, она до сих пор не перестает удивлять модную общественность. Ее карьера началась в небольшом салоне в Беверли-Хиллз. Первой известной клиенткой мастера Вартухян стала Люси Болл. Звездная актриса случайно забрела в салон, а на следующий день уже привела своих знаменитых друзей к молодой маникюрше. И это не единственный случай, который стал решающим в судьбе Джессики Вартухян. Был один момент, когда компания Max Factor пригласила меня продвигать их продукцию. Они приняли мою философию, мою систему ухода за ногтями, и это стало краеугольным камнем в моей карьере. В конце 60-х Джессика открывает первый в мире ногтевой салон и ногтевую клинику. Списки звездных клиентов продолжают расти. В их числе Мадонна, Деми Мур, Барбара Стрейзанд и Джоди Фостер. А каждый четверг в час дня уже несколько десятилетий подряд Джессика обслуживает Нэнси Рейган, жену американского экс-президента. Три совета, чтобы стать успешным? В жизни нужно попробовать себя в разных ролях и разных ситуациях. Чтобы быть успешным, нужна сильная команда, и это, бесспорно, твоя семья. Нужно любить работу по-настоящему, не только ради денег, полностью отдаваться ей. Главное – поставить цель и не метаться. Женщины должны помнить, что неважно, какой длины у них ногти, они всегда должны быть красными. Это символ власти и успеха. Джессика Вартухян преуспела в нескольких направлениях. Она первой стала использовать термоперчатки, изобрела французский маникюр и разработала технологию трансплантации натурального ногтя. Мне всегда нравилось заботиться о ногтях. Я делала маникюр с самого детства. Я помню, как мама красила ногти прозрачным и белым лаком. И эти воспоминания особенно вернулись ко мне в 75-м году. Я купила белый карандаш, дополнительные материалы и стала экспериментировать. Полировала ноготь, наносила белый лак на кончик. Конечно, выглядело ужасно. У меня не было современных цветов, и мне приходилось смешивать. Мне нужно было запомнить, что с чем я мешала, чтобы смогла повторить тот же цвет. Мгновенно этот маникюр стал популярным. Опыт Джессики полезен не только работникам индустрии сервиса. Ее советы очень ценны для каждого, кто рассчитывает на успех.